Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из-за подписчиков своего канала на YouTube. Потому что целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Потому что только брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, где мы рассматриваем те или иные аспекты процессов, происходящих на тонких планах. Только брахманам доступно это. Люди второй касты в принципе не могут понять смысл этих видеороликов, этих процессов. И поэтому мои видеоролики эзотерического направления предназначены только для брахманов. И в этой связи мы продолжаем изучать, рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой термин, как бодхи. Бодхи – это буддистское слово, обозначающее ясное понимание того, что находится за пределами этой жизни. Это совершенное знание. Подлинное понимание того, что воплотим мы представляем собой лишь плод воображения нашего «я», возникающий в ходе накопления им жизненного опыта. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин «бодхи». На этом до свидания, до новых встреч.